Пикнули вагоны просто. Летят аккуратно, только точечно бьем. Всякие дотки аккуратнее. Рука может напулить танка. У нас ДК еще отвалился, еще Бигдем отвалился. Бигдем спать пошел. Просто на все. Сказал пока, я спать. Так, все обещают только. Смена цели. Не ДК еще ушел. Форс-мажор. Ну там-то что-то экстренно, он же сказал. Да. Опа, боешка. Опа. В рейд вот ушла. Который никто не покупает. Рвое. Войн, заходи. Пока Войда нету, боешку, давайте ролю. Есть кого? Надо кому-то. Латы, катрисе. На распыл. На распыл. Может кому-то еще. Ну, Адам на распыл. Где он там? Ты это кольцо кому-то надо? Угу. Пояс кожаный. Ну, ничего на тебя. Да. Ни одной боешки. Собрал рога. Там с РПБ, это на комбо-то что, да? Просто кольцо, у кого больше приора, кому его давать? Ультрапресту? А что у нас даже... И за половину или как? Даже с обычным или за КП? Ну и все тогда. Я так, чисто подошел, что никому не надо. А вы на офспек колечко? Я не знаю. Я тоже из этого на кого. Ну просто, если никому не нужно, там на мейн, я попыталась бы забрать. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Ну, у меня только вот маленькие есть пока. Одна зарядка. Я на ЦУ связать с кем-нибудь, наверное. Да, потому что у тебя 0 ЕП. Он с кем-нибудь этим пристом или варом. Прист мейн. Да, лучше с варом связать. Тут Элар. Не сорвите. На боишку.
Плюс стоит починить. Может, не в Редру на этого босса спекнуться? Вдруг не прохил будет. Мне кажется, захилит. А что у нас, 5 хилов? 5. Ну, все нормально. Делаем все то же самое, ну, кусаем кого попало, не сбегаемся. Главное, кусаем, да? Да. Кусаем хилов и танков, потом ДД. Как обычно. А что вы мелочите, сразу мейн танка кусаете? Может, чтобы дамаги больше было. Так, так, так. Ну что, на пол на Лингерна тогда? Мы не врываемся, я так понимаю, да? Я сорвать боялся. Тут такое. Ладно, я на 6 секунд. 5 секунд пошли. О, 5 секунд. Это у меня, сорян. Кот по клаве пошелся, блядь. Думал, кто умер, это Хант кричит. Тени с фером сейчас будут. Дам сокру. Следующие тени старайтесь в правую сторону вынести от вас. Патрисия Вадикон в ультрапрета номер. И не. Кто-то Ларс дашь?
незыбкую или что там у тебя? Да-да-да, сдам. Только когда взлетит. А, блять. Рано. Что за сейвить? Рановато. Ну, чуть-чуть подействовал. Ну да, 4-3. Добиваем. Ну, раздуплись. Так, справа аккуратно лужа. Ой, бичи. Я на пакт говорю. Блин, на пулю выйти. Слава, ты чё решил по поводу ульды? Вторую надо закрыть, а то как-то вообще печально вышло. В прошлый раз. Тем более, что можем еще. Ладно, если бы были бомжами, не могли. Так-то может. Кого-то понимаю. Ну да, да. Ну, знаешь, говоришь. Я ж не называю всех бичами. Если в среду, то я хотелось бы. Ты об этом громко думаешь. Ты себя даже не представляешь, насколько я об этом в тот день громко думал, ну и пофиг. Как сложилось, так сложилось, вообще побой рвало. Я не думаю о любви хуёвой. Нет, я неправильно не понял. Я не о людях плохо думаю. Я о том, что просто не собралось. Я о нашей гильдии вообще думаю очень хорошо. Мне наша гильда очень по душе. Я себя здесь чувствую очень комфортно. Так что думать о людях плохо, я не вижу смысла. Если бы я думал о людях плохо, значит, я себя уже здесь чувствовал бы дискомфортно. Я бы здесь не сидел. Так что я других не счёл. Я просто о том, что вот не сложилось. Я не про людей, я просто потому, что самодействие не сложилось. Я всегда говорю, что реал априори. Если что-то в реале, то надо это завершить. Что? Играть как раз-таки в удовольствие, в свободное время. И поёбывать все подряд. Ну, лучше репчип зашел.
Ребята, я думаю, у вас хорошо. Рави, зайка, я люблю тебя. Понятно. Бабл ХС. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я отвлеку ее на себя. Сверните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Надо подождать. Страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Кому мастерство. Хуйня, 14:40. Мне что-то как-то разочарован в твоем ретельке слишком. Да, ретельки дело такое. Угу. Друг Светоса. Тут Элар, давай. Чё, ты слева, я справа. Угу, окей. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зелёного дракона. Доспех кто-то нажмет из луков, через кого хилить. Слева много подавления. Вообще к ней это первое подавление. Ну да, ну так. Убить все равно можно. Ну все можно, да. Suppressor spawned. Печка. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Ты по часовой или против часовой гламур летаешь? Ой. Тогда полетели по часовой. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Свечка. Вот это про что вы? Ну да, кто хотел, вот сейчас была возможность. Ну, пока тебя не было. Нет, ну хотя бы обычки-то можно. Ну да. Для начала обычки. На гиру у нас людей нет трона. Или Войд просто предлагает, чтобы, ну, вместо него кто-то гиру порылил. Следующий. Oh.
слово ищу себе замену. Не, ну правильно. Ну, в идеале надо, чтобы 2-3 человека было, кто мог бы. Ну, поэрелись полностью. Там кто-то еще сова, блядь, полетела. Да, все как не задал, нифига себе. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение героя. Подавление. И босс остались. Парику хилим и синдролить. Вот быстро. Че, все, поди захилил? Да, да, уже все. Все захилил. Ну и как на 2-часовой полезь на этой валике. С пугами. Давай не надо, пожалуйста. Шлак. Я понял. Нихуя себе лут. Опять два сколка. Нет. Ну, началось. От физики же. Смертники пролетели. Блядь, я провалился. Хорош. Дрон расплыл. А чё меня сквозь пол кинуло? Да, смотрите меня тоже тогда. То у нас получается 3 ДЦ будет. Чё, мне на мага заходить? Не-не-не-не, я буду ШП, какой ДЦ. Дайте хоть один рейд без ДЦ побыть. Чё ты пришёл вообще-то? Ну, меня позвали, я пришёл, я улетел с контракта, блин. Ой. Ну, не дашь 20-ку тогда ГП. На ШП. Максимум, что могу дать тебе, это ну, бутылек на ману. Я вообще не уверен, что я справлюсь. Я в ходе катапульта. Я не хил, я бич. Да, там, ну, подсыпало нормально. Кого квест был? Ну-ка. Thank you.
центр садитесь. Завтра на работу. Ночь на дворе. Нет, ты отдыхаешь, другие на работу. Какую работу? Суббота же. Ну, некоторые работают 6 дней в неделю. А мы в прошлый раз быстрый кару закрыли. Просто... Нам повезло. Вот и все. Потому что и хилы были сильные, ДД были сильные. Нормально, просто был рейд, и мы закрыли. Мы бы эту карту тоже так я закрыли. Вагонилась. Ну да. Да. Честно, я вот без обид, но я нахуй вертел еще одного чара делать себе. Правильно. Мне нужно за шипы. Да, мне нужно за вары, например, мне нужно 6 девы. Проблема типа не в том, типа, что дело танка, ДКшника, а в том, что тебе нужно определенным классом идти туда. На определенном классе нужны шмотки. В нормальном гире еще. Да, вот так может каждый второй сделать ДКшника танка и как бы, ну... Тогда нужно, по крайней мере, иметь хотя бы трех чаров, четырех, чтобы одним исходить ДКшником танком, вторым еще будет сходить, третьим еще. То есть он... Ну вот у меня два мне хватает. Ну, у меня три. Два танка, один хил, два ДД, ну, получается. Такой большой вопрос. Вот такая дилемма. На кого второй токен открывает? На холи пала или на прото пала? Такая вот. Но вот считай, прист пар это который у меня такие более активный, и паладин, шаман это который такие менее активный, но я хожу ими, если меня позовут куда-либо. Есть маг, но там вообще настолько инактив, что спар хочется. Ребятам сложила. Я вот думаю, типа, есть там вообще. Там типа есть токены на каждый спек, есть по одному токену. А, ты купить себе хочешь, типа? Просто? Нет, 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 я. У меня хоть есть. Смотри, у меня получается, наверное. В этом паре есть кусок на ретрика один, кусок на холика, кусок на брата. А, ты про Т4. И мне нужно, да, второй открыть, по сути, какой-то, на кого я не знаю. Типа и там сочно, все слишком. То есть, ну, такая, наверное, дилемма. Реворка, подожди. А, реворка, хорошо. А не более будет это магу удалим. А че вы служителя не бейте? Все сразу на дракона. Ну блять, понакинулись. Потому что мы там стоим. Летающая киса.
Видишь, опять меня отдохнул. Потому что я любимчик. Справедливо. И агро у меня больше. Блин. Нормально. Войт, а можешь дать саппорт, пожалуйста? Что-то стрёмно. Там волк хантовский. Так надо его убить. Бед ДКшный. Ну... Да, мне сдохли. Тотемы. Ебанулся. Давай, давай. Вот я говорю, что может, стрёмно. Не надо. Там шотнуть может нахер. С 2000. Не меня. А можно мы представим ментум от лангов, пожалуйста? Wait. Есть сопротик? Нет, так тут нет. У меня есть сейчас, да. После танка, в принципе. Спасибо. Короче. Аура. Аура после 4 старый действия полтинник прибавляет. СС по кому скинуть? Так, с кем я, с Гламурчином, да? Кто из вас первый танчит? Лингром. Как? Ваши
Дайте сорву по ШП. Пошел фир. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Левый дальний стоп самый. В форме Лени белой головой подгонула. Сейчас диском пару бану на телефон стоит обратно. Бля, меня стопать приходит. По инвитиблу дайте сталь. Теперь почувствуйте. Как обычно, как только стаки скинем. Мили, ушли, ушли, мили. Меняемся. Видимо, скинем. Раньше времени затаунтил. Ничего, пойдет. А притяжка? Не разбивайте. Притяжка должна быть. Беги, малышка, беги! Бьем. Долбите. Разбиваем. Гламур. Разобьют, когда сразу меняй. Разбивать.
Мак. Волгрим. Это не разбивать. Подбивайте. Разбить 2 секунды. И убежали милики. Что там, Геру? Поехали убивать. Да, да, думаю, можно сносить. Могли уже стать. Остальные в сторону ставьте. Чего-то всегда этому Геру даем, да и хила кидается. Я не хил, я буза. Стандартный лут. О, осколок. Ну, хотя бы осколок есть, третий. Что-то на ханта вообще сыпет, пиздец, просто весенец. И Навара хорошо тоже на этого, на Курика. Пришел. Или чё, мне не спекаться назад? Кто на Личе будет раньше? Давай я на Личе, у меня походу агра побольше. Давай. Эй, лутера. О, Валька. Хорош. Немного, судя по всему. Судя по всему, не очень много. А бой кинулся. У меня нет, у меня один только ДЦ. У меня тоже только ДЦ. Я могу на мага зайти, типа, если надо. Чё сидите нахуй, ты мне скажешь, потому что я пидорас, не хилю нихуя. Не сидится теперь, да? А кто у нас до ПК сидел, который ушел? Тоже ЕП. А, на ДК это мини-ДК. Он ушел вот. Перед профом, ему надо дать ИП. Да-да-да. Да, кстати. Глеб молодец. Да я уже сам так, ну, призабыл там. Кто-то напомнил, сказал. И сразу вспомнил. Дайте валики диспом. Долго вообще с... У меня, как и вчера, у меня, короче, интернет пакеты теряет, и пинг под 3 косаря, я не знаю, есть смысл на Лище оставаться. Кажется, есть смысл провайдера сменить. Ну вот, до Синдры все. Лич только остался. Да, сначала. Сначала. Надо его, наверное, в кизы кинуть. Алло-анал, по идее. Алло-анал, который ему пришлось ник сегодня поменять. Ники похожие. Теперь у меня друид Алло-орал. Ну, теперь уже вряд ли, блядь. Да я диспелю, как ебанутый, я вы что. Мы пойдем сдохнем, уже я заколебался. Давайте умрем, она отхиливает. И отхиливает. У нас тут лок у Лича стоит, мы можем всех присумонить. Так-то да. Разбой. Так-то идите там под эти, под лучи, под синие, под лед. Куда есть, они есть. Денутся? Ебаный ты козел, был бы ты человек, сука. Сука.
Пиздишь, сука. Кстати, тебя пока не было. Кто там еще не умер? Вот бичара, сука, вайпнул просто нас на вальках. Давайте шкаф. Ну, хуй его знает. Ну, я VPN вроде включил, помогло. Я первый, второй беру. А, ну я-то голый, блядь, вообще держу в курсе, но... Ты духом сильный. Я ребята еще тут. Миликов забрал уже. Я шалир, ну нахуй за маг зайду. Ебаный сыр. Бафнить интеллект, добрые люди маги. А, извиняюсь, я слепой. И стаи аспект уберите. Да, дух стаи уберите. И можно уберить, каску но. Обновить по ДК. Например. 12 минут, чё? Хант. Можно обновить. Да на. Спасибо. Под 70 тысяч, ты куда там разогнался? Ну, потанчишь тогда, потом полича. Буду слушать твои отчаянные крики. Послушать. 70 когда плотно. Лепало. Коровка же все-таки. А кто там мейн? Гламур, да? Гламур. А, гламур все-таки. Напулить на него не забудьте. Да вы меня не привет. Ну, сейчас посмотрим, ты не говори так. Не, не сейчас. Херними под всей хуйней заявит. А так? Да, потом я не знаю как. Чума 5 секунд, готовьтесь. Войт. Под лицо-то не забегай. Чума 5 секунд. Invisible. Не вышел, да? Что я не заметил даже. Он сразу же выбежал. У меня быстрая нога. Да, я. Хуя себе, блять. Ебал, блин.
Тихо, подходи, дорогой, под лицо. Я сбоку постою. Так. Наверняка. Вышли все, фаза закончилась. Ну, все под плащ. Че, не хочешь танчить? Ну, не, я вывезу, я как бы не первый раз уже танчу, но по хп я специально поменьше. А нормально все. Ревностный есть. Мы разбежались, осквернение. Нет, я говорю, ревностный есть, если чё. Не ссы, я защитил. Давай лететь. Так. Милики ушли. Да кружок бейте. Осквернение сначала будет. Разошлись. Сбежались. Вальки. Квадрат, бегитесь. Спасите, братцы. Осквернение 5 секунд. Напротив. А вот он. Ого. Сокро дал. Вот, кстати, ваш. Им сдал. Хан, по сферам помоги поиграть. Я плюнул в колодец. Пейте. Ну, плюнул еще, ладно. Залейте инрок кто-то. Добрый люди. Блять, еще лагать так начал. Я понял, блять. И обратно. Упокой и больше не доставай. Все это оставь мне. Да. Жатва 5 секунд, готовьте силы. Духа залейте, пожалуйста. С ветра ты заходишь, сбиваешь каст духу и убиваешь его. Переводи. Осквернение 5. Главное каст бей. Все к обрыву. Залича. Залича, прячемся. Бэр. Забери. Ой-ой. Панка, бэрните. Поднял.
Перебегаем. Будем перебегать, Катрисия, Ресни, Шелфир, Хокмастер, Волкрима. Друид инвалид, Вива. Бэр. Бэр КД. Там сова пошла. Разверни. В прожимке возьми духов. Да, конечно. Дух сбоку летит. Бля. Там кто-то... Осквернение 3 секунды. Побежали уже. Ловлю парочку. Да я ловлю. А, ты да? Ой. 3%. Ой. Бля, ну я... Осквернение 3 секунды. Да все уж. Блин, последний остался. Я же говорю, я словил что-то. Вот, вот я поэтому, короче, типа ограда херища, даже без напулов не сорвут, скорее всего. Ну, без Т5, разумеется, эти люди. Но КП маловато. То есть только в этом нюанс. Ибо, Слава, я тебя пересилил как-то. Вот, кстати, кого он, тот злобный друг, скоро встретит. Привет, привет. Вы что, колодец не жали? В него Шалфир плюнул. Никто не нажимал. Он типа будет в Т5 как-то сам пассивно хилить этот колодец. Там вроде в Т5 механика же ним завязана. Да, там просто ставишь колодец, он на что-то там 50% хп меньше у челика. Он подошел, там похилил тебя, подошел, похилил. Все. То есть, как бы знаешь, как этот. Как. Ну, короче, как. Она что, сова сдохла в самом начале? Да нет. А почему ДПС меньше, чем у танка? Че это хуйня? Свет, даруй мне последнее непонятно. Благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да, меня шотнул. Где там? Глора. Т4 ебануло. У меня хп. Я понял. Это сколько? Я понял. Уй мне в рот, а не Глора. Вообще помойка выпала, как обычно. Трезубец вам, нахуй. Хотя на ФДК, в принципе. Не, на ФДК, в принципе, неплохо. Блять, пропал. Я в деле. Я только был на боссах, если что. На этой Синдре и на Личе был, так что... Рарник на ласте, видимо, да, только был? О, Инвизи был, да ты не будешь себе Фроста собирать? Надо на всякий случай. Сейчас поливоркаются, форсы начнут ебашить. А ты представь, что пышников... Я у тебя спрашиваю, в ПМ посмотри. Из анхоликов. Нормально, маг порт поставил и прыгнул. А вдруг? В принципе, на приста охуительный будет. Загорал. Босс умерт меня у другого приста. Вот у меня босс умерт. Ну лучше мейн чуваку дать, по идее. А, нету? А, ну тогда похуй. Пусть наролят и все.
Нет, 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 не надо мне это. Хокмастеру травма надо. Надо. Да. Там друиды не надо, двуручку нужно в хенд. Двуручка нужна, мне кажется, только сове какой-нибудь, там, не знаю, и пристав нужна. ДЦ, холники, с аркусом вообще тема. Я бы собрала посох, если никому не нужно, я думаю, микрофон включить. Залупа. Помойка. Да, ему это очень сильно будет. Совек, если хочешь знать, лучше стэтг посох взять. Аркус да. Плохой для совы. Для совы, да. Там нужен стэтг посох, как он при чувстве беды лучше взять. Там ну, их. А перекинешь на рависта, пожалуйста, я пишу. Бардаунд. Два босса у меня было. Нет, 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 я не был. Да. Ровесик? Не, меня вообще не было. Я весь первый день пропустил. Даже ноутбук не включил. Ладно, всем счастливо, ребята. Оно ничего не упало. К сожалению. Да и башка болит, хилить проще, нежели дамажить, когда башка раскалывается. Никто не хочет ТГ бахнуть быстренько. Контракт. Тишина такая. Ты что не курят, блядь?